Дорогие друзья мои, выставка зеркал Валерий. На это маленькая выставка, но у нее очень много экспонатов. Что я вам хочу сказать? Женщина каждое утро смотрится в зеркало. И она видит, конечно, кого свое отражение. А Валерий смотрит в зеркало так, что она видит все насквозь. И ей снятся сны. И она просыпается, и она творит и творит. Так вот, дорогие женщины, смотрите в зеркала, сделанные Валерий. Потому что в них вы видите целые сокровища. Музыкальные, хореографические, фантастические, поэтические образы. И в вашей квартире поселится счастье и гармония. С вами был Гедиминас Тарантов.